Всем привет! Знаете ли вы самую великую причину всех неудач? Кто-то скажет, что это недостаток времени, связей, денег, образования и тому подобных выдуманных причин, которые легко бы объяснили любой ваш провал. Но, к огромному сожалению, мало людей думает о простом, возможно, не столь красивом, но фантастически результативном качестве. Это качество терпения. Именно отсутствие терпения отличит в конечном счете достигнувшего цели от человека, который оправдает свой уход в закулисье. Реальность такова, что путь к успеху требует много времени или, по крайней мере, достаточно количества знаний. История успеха не помнит еще случаев, когда люди достигали целей случайным образом и сразу. Большинство из нас знает один очень простой способ, который способен практически гарантировать ваш успех и достижение любых целей, но почему-то не пользуются им. В глубине души такие люди верят, что однажды все случится само по себе, нужно только подождать, сейчас не время. Однако, как правило, мир не спешит отвечать вам взаимностью. Возьмите на вооружение принцип получаса. Любой человек способен найти даже в самом плотном графике 30 минут времени и сделать то, что приблизит вас к вашей цели. Вы можете посвятить полчаса на изучение новых иностранных языков или прочтение интересной книги. Используйте полчаса каждый день для достижения мечты своей жизни. Занимайтесь тем, что вы откладывали все время на потом из-за нехватки времени. После некоторого времени следования теории получаса, например, через полгода, оглянитесь назад и вспомните, с чего вы начали, и вы поймете, что вы добились очень многого.